Коллеги, наш коллега из Уфы, трейдер Колдун, сейчас аргументирует, почему он видит глобальный разворот по евро вниз, даже ниже паритета. При том, что у нас, у многих, евро рвется наверх. Руслан, добрый день, вам слово. Добрый день. Чуть микрофон поближе к себе, если можно. Ну, как обычно, 61 фиба, моя самая любимая. Вот от нее всегда вот и работаем, всегда разворот ловим. Вот у нас прошлая волна, натянули, посмотрели, все, мы подъехали. Ну, единственное, мы не касались чуть-чуть, не доходили. Ну, посмотрим, коснется, вот здесь буду на маленьком депозите фигачить, пока так поставил, чтобы не забыть. Откуда? А что, 61-я ФИБА, уровень ФИБА, это прям такая волшебная отметка, что вот обязательно должно вниз двинуться? Для меня, да, волшебная, потому что если по общим параметрам смотреть, пробитие 61-й означает смену тренда. То есть пока что, если мы не пробиваем 61-го, не закрепляемся, для нас вот это все движение вверх, это лишь коррекция перед дальнейшим движением вниз. Дальнейшее движение вниз, я вижу 0.89, ну, ниже паритета. То есть куда-то сюда должны стукнуться. Ну, в принципе, мы здесь уже и бывали. В каких годах? В 2002 годах. Туда и поехать. Если какие-то линии провести, там, не знаю, вот можно будет канальчики, там еще что-то. Тоже, в принципе, совпадает. Тоже все, подъезжаем. Не коснуться. Ну, 61-е, в принципе, самое любимое, самое нормальное. На ней всегда можно работать. Коллеги, кто готов подискутировать с Русланом? Кто, у кого какие мнения? Кто согласен, кто нет? Пишите в чате. Покров курсу евро-фунт я уже в шортах. Я не вижу то, что там перехай какой-то будет. И еще, что интересно. Ну, А доллар, иене, вот отложечку тоже кинул. Буду смотреть. Хочу купить от 106, там 0,7, 106, 100. И прокатиться до 108,370 примерно. И еще что. Так, что у меня стоит? Так, по нефти непонятно пока что. Куда пойдем, зачем пойдем. Ну, вот, в принципе, наверное, все. А, ну, еще по доллар-франку вот, ожидаю вот отработки до конца. А БЦДшку все-таки она должна добить 161. Тоже будем смотреть. Здесь цели 0.9700. Куда-то туда должны стукнуться. И дальше уже полететь вверх. Вот, ну, это неделька, это... Не знаю, сколько будем ждать. Ну, скорее всего, это должно совпасть с разворотом по евро, по другим инструментам. Я понял вас. Аполлон пишет, золото, что думаете? А что по нему думать-то? Ну, золото, не знаю, был треугольник, сломали. А БЦДшки тоже повыносили, сломали. Ну, честно, не знаю. Ну, если так, по-хорошему смотреть. Нам, в принципе, чтобы... А, вот по золоту. Я серебро вижу в долгосроке на 21. Но закупиться не дали. Закупаться хорошая цена была 15-400. Повторно не дали цену закупиться. Соответственно, золото тоже жду высоко вверх, но перед этим нам нужно хотя бы долги закрыть небольшие, это 12.82. Если это закроем, то, в принципе, у рынка уже вопросов не останется. Но идеально будет это спуститься в район 12.46, 12.42, куда-то туда. То есть все долги эти закрыть. То есть мы всегда, в принципе, так делаем. Вот здесь валились, долги образовали, все закрыли, поудаляю все. Здесь по золоту немного такая другая система. Здесь вот долги образовали, все росли. Сначала закрыли вот эти долги, только потом пошли закрывать верхние долги. Ну и здесь ситуация вот такая же двояка. То есть с одной стороны у нас есть вот эти нижние долги, но с другой стороны закуп уже идет. Закуп это долгосрочный, это инвесторы, не знаю, кто там, банки, еще кто берет. Непонятно. Но
тем не менее, жду золото очень высоко вверх, но перед этим как-то надо закрыть долги. Хотя бы вот эти. Это 12.82. Я не призываю покупать отсюда. То есть, не знаю, может, какая-то формация образуется, где заскочить. Ну, покупать однозначно буду, если 12.16, 12.15 будет. Здесь куплю, здесь без вопросов куплю и буду сидеть, ждать, просадка будет, пересижу, пофиг, не впервой. Угу. Я понял. Спасибо, Руслан. Вопрос от Сергея. А иена от скольки лонг у вас? От какого уровня? Иена. Все, по колено. Так. Иена 106. Ну, чуть выше брать лучше. 106.07. Так, если точно говорить. 106.108. У меня лонг. До туда. Ну вот, чтобы не забывать, лучше, наверное, самые минимальные отложки кидать. Вот 0.01. Закинул, и все, не забывается. Алерты, они стираются, в зависимости от того, какой терминал закинул. Все пропадает. А вот такие минималки кидать. Все идеально. Но. А что по иене? Я жду вот лишь коррекцию хочу словить, а дальше мы, скорее всего, не верю, конечно. Если так чисто верить Фиби, то на 102-500 можем свалиться. Но я пока что от лонга буду играть, попробую 106-100 взять. Красненько. Понял вас. Хорошо, Руслан, спасибо вам большое за ваш обзор, за вашу идею. Хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания. Так, сейчас. Да, закрыть доступ. Нажимайте, и остановится демонстрация рабочего стола. Угу, спасибо. Друзья, с нами был наш коллега из Уфы, Руслан. Или хорошо вам известный под никнеймом Трейдер Колдун, который ждет глобального разворота евро вниз ниже уровня паритета. Вот видите, Utrade TV. Два человека до этого говорили евро вверх, вышел Руслан, евро вниз. Какое решение принимать? Это вам, друзья, самостоятельно. Всем удачи!